Сегодня мы находимся в городе Люблин. Это считается одним из... Старый город Люблина считается одним из самых красивых старых городов Польши. Вот, мы решили это проверить и посмотреть. Еще говорят о том, что первый город, который был восстановлен после Первой мировой войны в Польше, был именно Люблин. Здесь очень много исторических достопримечательностей, соответственно. И еще Люблин интересен тем, что здесь очень много подземных ходов. То есть говорят, что старый город Люблина, он весь исхожен подземными тропами. То есть есть спуски в них и так далее и тому подобное. То есть, ну, наверное, какие-то экскурсии. Вот. Есть, конечно, центральные улочки, есть, как всегда, вымощенные это все классическим образом. Вот, сегодня очень солнечная погода, замечательная. Наконец-то мы попали в жару. Вот, поэтому очень комфортно сегодня гулять, смотреть, осматривать замечательный город. Еще говорят о том, что вообще Люблин – это город евреев. Вот, однако они были истреблены во время войны. Ну, как-то... Что еще можно сказать? Ну, можно сказать, что этот город был ниткой связи между... Европы и Азии. В какие-то времена здесь проходили торговые пути, и очень много это дало городу, соответственно, его на развитие, ну, как бы классическим образом. Вот, вот, ну, это немножко курс истории. Вот, надеюсь, что нам понравится этот город, а вы будете вместе с нами.